Всем добрый день! Вы на канале Баженит, Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. Сейчас мы едем с райцентра домой. Не доезжая 3-4 километров до села, находимся на Саргатском бугре. Саргатский бугор имеет высоту где-то 15-16 метров над уровнем моря. И вот с этого бугра можно посмотреть выпаса, где находятся у нас коровы. Своих коров мы выгоняем в общее стадо, в общественное. У нас на село 3 стада. Съездим сейчас туда, посмотрим, какое там пастбище, что коровы едят и кто пасет. Вот сейчас с бугра посмотрим, где находятся коровы. Коровам нужно идти до пастбища, ну, километров 6. И еще по пастбищу там они ходят. Ну, в общем, довольно далеко от села. Покажи. Вот оно стадо. А пастуха что-то я не вижу. Вон он стоит. Напротив тебя прямо. Помаши ему ручкой. Все понятно. Ну, пастух не спит. Службу несет. Спустились мы вниз. По горизонту покажи. Вроде бы издалека кажется, что поле зеленое. А спустились вниз. Вот сюда, сюда показывай. Здесь дальше идет болотина. Ну, упаса здесь расположены. Вроде как поле зеленое. А когда подходишь поближе, смотришь, трава. Ну, это, приближение сделай, чтобы было видно. Трава такая, что даже обувь не скрывает. Покажи. Овечкам, конечно, хватает наесться, а коровам мало. Ну, конечно, сейчас они здесь пасут, потом погонят их туда дальше, по полю. Но там то же самое, травы не очень. Получается, что весна поздняя, тепло наступило 2-3 дня только как. И трава сидит на месте, практически не растет. Рано выгнали, пастбища очень скудные. И мало того, что коровы сейчас последние дни стали жидко ходить. Ну, это понятно, зеленой травы, но не настолько жидко, как сейчас. Ладно, кому информация была моя полезна, поставьте плюсы, подпишитесь на канал. Что будет интересного, еще покажу. Все, хватит.